Важно, что эта стойка укомплектована двумя мониторами. Отдельный монитор для хирурга и отдельный монитор для ассистента, что существенно увеличивает способность ассистента улучшать визуализацию моментов операции и сокращать время операции. Щелковская областная больница продолжает получать оборудование нового поколения для выполнения высокотехнологичных и малоинвазивных операций. Вот такая лапароскопическая стойка закуплена Министерством здравоохранения Московской области для гинекологического отделения на улице Парковая. Сложная медицинская система инструментов для выполнения хирургических вмешательств внутри матки не уступает той, что используется в крупных столичных клиниках. Мы полностью укомплектованы на уровне ведущих клиник страны в области сейчас внутриматочной хирургии. Мы можем выполнять внутриматочные хирургии с применением биполярной энергии, гистероскопии, обычной операционной гистероскопии и выполнять современные, очень востребованные во всем мире вмешательства, которые набирают все больше и больше популярности. Это внутриматочная хирургия. В полости матки удалять новообразование полипа, перегородки, синехии без наркоза с минимальным толщиной инструмента. Видеокамеры с высоким разрешением, эндоскопическое освещение, с которыми работает лапароскопическая стойка, позволяют хорошо визуализировать ткани, отделять патологические новообразования. Во время операции эта техника в прямом смысле глаза и руки хирурга. Мы в операционной. 47-летней пациентке с диагнозом миома матки, осложненной кровотечением, специалисты показали радикальный способ лечения – удаление матки с маточными трубами с сохранением яичников. Все манипуляции выполнены через небольшие проколы в брюшной полости. Хорошая визуализация, нам удобнее посмотреть и определить, насколько у нас произошла коагуляция тканей, чтобы предотвратить выраженное кровотечение. По словам Антона Демидова, сложная операция, на которую было отведено 75 минут, прошла успешно. Пациентка проснулась после наркоза и переведена в палату. Через 3, максимум 5 дней женщину отпустят домой. Короткий по сравнению с полостной операцией реабилитационный период, минимальный риск спаечного процесса и, что немаловажно, отсутствие рубца – вот основные преимущества лапароскопической хирургии. Приобретенный для щелковских хирургов медицинский комплекс на 80% укомплектован отечественным оборудованием высокого класса. С появлением новой техники врачи смогут оказать медицинскую помощь еще большему числу пациенток. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.